Девочки, мои хорошие, Мария, дорогая ты моя, я смотрю на свои ручки и вижу те артритные косточки, которые выступали у меня на пальчиках, они потихоньку рассасываются. Боже мой, мы сказали нашему организму отбой, и он стал восстанавливаться. Мы проработали определенный конфликт, который уничтожал меня саму. Марин, Мария, тебе огромное-огромное спасибо за это, потому что ты появилась в моей жизни. Как важно найти эту конфликтную ситуацию, войти в нее, проработать, изменить там все. И тело получает отбой, приказ отбой. И я дала себе разрешение жить живой жизнью и перестать себя уничтожать. Как это здорово, как это интересно. Боже мой, это же вот просто несколько сеансов, и можно выздороветь настолько, насколько люди годами пьют лекарства и не могут это вылечить. Что за чудо-техника? Что за чудо-метод? Благодарю. Моему восторгу, моему состоянию души вообще нету описания, наверное, скорее всего. Наверное, так. Это такое понимание, осознание, что все в нашей голове. Все в нашей голове и все болезни от нервов. Я приглашаю тебя на мой глубокий курс нейротрансформации и расстановки, где ты познакомишься с собой, где ты научишься слушать и доверять своему телу, где ты научишься видеть конфликты. Если у тебя есть много задач по здоровью, ты точно там обретешь здоровье. Я научу тебя слышать тело. Я научу тебя осознанности твоего тела. Ведь каждый конфликт внутри нас. И только проработав эти конфликты, ты исцеляешься. Ты исцеляешь все сферы своей жизни. Жду тебя. Присоединиться ты можешь в любой день, потому что каждую среду мы встречаемся только на практике. Только в практике ты получаешь опыт, ты получаешь знания и исцеляешься. Исцеляешь все свои сферы. До встречи!